оба. И что, насмерть его? Не жилец, нет. Да хрен с ним, с Костей. Жену его жалко, и так Бог не баловал. А тут из-за какого-то урода одна с пацаном останется. Простите, может, я могу там чем-то помочь? Мне из больницы звонили. У меня муж в реанимации, боюсь трубку брать. Это вы красиво придумали. Типа авария. А муж за борт. Да. Не сюда! Давай, дядь! Вот так! Стоять! Я не сказал ей, что да это слава я. Богу. Да, между прочим, я с тобой была. Я соучастница. Все, никто больше никуда не ездит, никому не помогает и не звонит. У тебя кто-то есть? Ты больной? Пошел вон отсюда! Не понимаешь, да? А вот так ты понимаешь? Вот так ты понимаешь? Вот так ты понимаешь? А ты вообще молчи! Ты кто такой? Что ты лезешь не в свое дело? Давай, давай! Ты не фермер. Она тебе не жена. Пацан не твой. И между вами без пяти минут труп. Мам, а папа поправится? Конечно. А ты этого хочешь? Он вашего мужа покалечил, а вы с ним спите. Это как? Скажи, что это не прости. Ты. Скажи, что это не ты. Прости. Скажи, что это не прости. Ты. Прости. Это я должен был тебе сказать. Yeah.